славе ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Это написано в столицу Римской империи. Вот люди получили это послание, считают, рабовладельческий строй. Из захваченных в плен рабов делали гладиаторов. Тренировали, особые школы спартанские были. Выставляли их на арену, кто кого победит, с кинжалами. У каждого мать, у каждого был когда-то уголок, где жил человек. Выхода никакого нет. Он плененный. Родился в рабстве от рабов родителей. И человек задумался о своей жизни. Он видел, как живут рядом люди в достатке. Все у них есть. Сыр в маске катаются. Ездят по заграницам. В банке денежки несчитанные. Миллиончики от дедушки получил еще. А у этого ничего нет. Вот откуда восстание Спартака. Вот откуда взрывы народного недовольства, гнева. И вдруг они получают послание, уверовавшие рабы, и апостол Павел говорит, вот эти страдания, у кого-то неизлечимая болезнь, потери родных и близких, это ничего не стоит. Не потому, что жизнь временная, а потому, что будет слава от Бога. И одно с другим сравнить даже нельзя сравнивать. Вот человек, который трудится и страдает, он ожидает награды. Северные получают, я же на севере, там повышенные, коэффициент, водолазы. Кто-то работал на Чернобыле, он страдает, ему говорят, ты же льготы имеешь. Христиане имеют великую льготу быть детьми Божьими. И Бог перевернул эти страдания в славу. Вспоминается житие Вавилы, епископа. У него были ученики, немного, три ученика. Говорят, много ли у вас детей в лагере? Один ребенок, это уже работа. Один человек уже все оправдывает. А если много нечестивых, да не радуйся, если они не послушные. Сирахов так говорит. И у него трое учеников, которых арестовали. Мы приговорили ударов дать столько каждому, сколько лет. Тебе сколько лет? 7 лет, 7 ударов плетями, а тебе 9. И они плакали, говорили, почему мне мало лет? Я бы больше ударов получил за Господа. Это какое же состояние детей было, которые не за проступки. Сегодня он что попало делает? Начинаешь наказывать, он в истерику заходится. И ты отпускаешь его, просил, он тоже делает пакость, другого может столкнуть, ударить, и в воду спихнуть, не умеющего плавать. Вот тут вспоминается, что порождение ехидины, гадюныши. Разве родители этого не видят? Притом страдания эти не получат никакой награды, а еще больше после смерти будет наказание. И вот получили люди послание, прочитали. Тогда не было этих глав, стихов. Как они обогрелись? Это в прошлый раз хозяин тебя наказал палками, я какой ты благословенный. Ты ради Господа принял? Да, я все делаю ради Христа. О, когда все воскреснут из мертвых, какой ты венец получишь? У тебя болезнь неизлечимая. Награду получишь, переноси только безропотно. Благодари Бога. У тебя страдания, какие? Много ребятишек. Получишь награду за воспитание, это виноградник твой. Нет у тебя детей, ты благодаришь Бога, трудишься с другими, награду получишь. Это один день святой жизни. Что бы ни делал, говори. Прощайший Иисусе, все это я несу ради тебя. Если ты ради Христа будешь делать, у тебя будут страдания, поношения. Потому что люди мира не понимают, что за гробом. А мы знаем, что там есть иная вечная жизнь. Во втором послании к Коринфянам 4:17-18 тот же апостол Павел говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Это пишет портовый город. Тоже рабовладельческий строй был, но там большое было распутство. Люди зарабатывали нечестным путем. И он им говорит, кратковременно это легкое страдание. Ну что сделают? Палец отрубили. Один святой говорит, во имя великого единого вечного Бога. Второй палец отрубили.
а у Бога два естества, Бога человечества. Ради тебя да будет эта жертва. Третий палец рубит. Господи, да будет честь святые нераздельные Троицы. Четвертый палец отрубает. Он восхвалил Бога. Господи, есть четыре стороны света Тобой сотворенные, четыре Евангелия, которые Ты дал. И на все 10 пальцев у него славословие Божие. Да где же они учились? Да какие же учителя-то у них были? Вот все страдания, какие на земле, их все можно повернуть в русло славы Божьей. Я это делаю ради Христа. Бытие 16.11. И сказал ей ангел Господень Агаре, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Измаил. Ибо услышал Господь страдание твое. Даст тебе сына в послушание, в радость за твои страдания. Ты только доверься Богу. Ты только прими свое положение, свою нишу, в которой тебя Бог поместил, как место, на котором тебя будет Господь искать. Он меня будет искать, Господь, именно вот такой бедности, какой я есть глухой. Больше он меня не спросит. Но только целиком ли я, весь ли отдавался на служение моему Господу. Любил ли я его всем сердцем? Это важнейшее, самое наивысшее заповедь Господня. Бытие 41.52. А другому нарек имя Ефрем Иосиф, потому что услышал Господь страдание твое. По страданиям имена давались. То есть это укрепление мое. Я страдал, силы изнемогали, называя его Ефремом. Ты дает перевод какой. А Иосиф, Иосиф родился от любимой жены, у которой детей не было, переводится приумножитель. А Иосиф как раз и размножился больше всего. За страдания твои. Поэтому, что бы с нами ни было, в труде, в немощи, в духовном переживании, у Бога все выберено. И чаша, может быть, слезная, уже через край переливается. Но Бог увеличивает силы, чтобы мы могли перенести. Бытие 41.52 и 42.21. И говорили друг другу, точно, мы наказываемся за грех против брата нашего. Мы видели страдания души его, когда он умолял нас. Это братья Иосифа вспомнили. За страдания, которые мы несем, кто-то отвечать будет. Вот такая выравнивается схема. Напиши дома «страдание». И за это идет награда. Награда. Как в Талмуде описывается, что один юноша стал роптать на Бога и Иегову. Это евреи, они знают истинного Бога. Страданий много у меня. Но почему у другого ничего нет? Здесь какой кирпич не упадет мне на ногу. Какой бык не вырвется, на меня напорится. И пошел к учителю спрашивать, а там в очередь как в поликлинику. И он сидел, сидел, да и заснул на скамейке. И видит во сне, что предстал на страшный суд. И ангел взвешивает добро и зло перетянуло. Он так и взахвался. Ангел говорит, а у него страданий много. И голос сказал, брось страдания. Бросил страдания, чаша коснулась, качнулась и стала опускать, но остановилась, нету страдания. И он как закричал, Господи, дай мне еще страдания, и проснулся. А к кому он пришел, как врач, выглянул и говорит, иди, ты все уже знаешь, ты сам страдания просишь. Если мы здесь будем молить Господа, это рассказ, то мы скажем, страдания моих еще мало. Потому что страдания будут брошены на те весы, которые покажут, насколько мы верны Господу, насколько мы доверяемся Ему. Он вымерил эти страдания до нашего рождения. Быть может, в этих страданиях кто-то страдает из-за нас. Господь назначил ему быть фараоном. Ты иди к фараону, а я ожесточу сердце его. Понимаете? Господи, так ну фараон-то ведь тоже человек, а это тебе не рассуждать. Это сосуд гнева. А ты сосуд милосердия, поэтому ты страдаешь. Исход 3.7. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопли его от приставников его. Я знаю скорби его и выведу их. Господь все считает. Не считай только никогда, что Бог забыл
дает непосильное бремя. Ни одного человека, от первого человека, Адама и до последнего на земле не было и не будет, чтобы сверх данной силы были положены страдания. Это нам только кажется. Если ты в это не веришь, у тебя трудное страдание, я прошу, приди ко мне. Мы немножко посидим, я тебе расскажу и покажу твои страдания, согласно Слову Божию, что они как раз для тебя. Этот крест точно по мне. Псалом 9.14. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. Он постоянно, Давид молился, Господи, посмотри на страдание мое, сжалься, я согрешил, но и страдания у меня есть. Сжалься, помоги. Мы страдания можем показывать Господу. Когда апостол Павел говорит, вы понудили меня хвалиться. Мне это не полезно. Но вы заставляете меня. И он начал хвалиться ни богатством, ни ростом, ни красотою. Хотя у него все было. Потому что он фарисей от фарисея. Духовно он был нерастленный, по правде закона непорочный. А тут говорит, я более всех пострадал. Сколько раз по 40 ударов дано. В каких опасностях от лжебратьев. Все перечисляет, как его мертвым побили камнями, выбросили, а он встал и пошел. Вот это наша награда. Когда предстанем пред Господом, мы каждый шрам, каждый выбитый зуб, глаз все покажем Господу. Дмитрий Ростовский чудотворец, написавший 12 томов, 12, на 12 мест жития святых, однажды во сне увидел, как предстал некто и говорит, ты обо мне пишешь, а не все. А кто ты? Он говорит, Орест. Ты написал, что мне руку перерезали. Посмотри на ноги. Видишь, вот пилой, литовкой перерезали жилы на ноге. А вот на другой ноге видишь, вот там, где мышца, это все вырезано. Уже после смерти он все еще хвалится. Хвалится страданием. Он так и записал. Примем это как есть, потому что это не противоречит Священному Писанию. Тюрьмы, лагеря, страдания, поношения – это то, что мы не постыдно представим Господу. Господи, вот Твоя любящая десница била меня, а я целовал ее, я ни разу не возроптал. Я знал, как раз пожар ли случился, наводнение от Тебя, мой Господь. Псалмопевец 72.4. Ибо нет им страданий до смерти их и крепкой силы. Я смотрел на безбожников, живут, не страдают, здоровье такое, с чемпионами делаются. Тренируются в залах, спортзалах, деньги такие платят. И нет до смерти страданий. Я не мог понять, почему я страдаю, а он нет. Ах, очень хотелось узнать. И Давид, видимо, искал совета у людей, чтобы разъяснили. Но не мог понять, доколе я не вошел в Дом Божий. Ты ищешь ответа, иди в храм. Уж сегодня-то никакой причины нет. Ни огород, ну дождь идет. Ты все равно людей некоторых нету. Понимаете? Это привычки. Один раз ходил и почем, а дальше встреча с Господом откладывается до суда. Я прошу вас позаботиться о родных и близких. Не пропускайте вечернее богослужение. Некоторые ни разу не пропустили. А некоторые через раз, а через 10 раз. Почему? Я не разумел, пока не пришел в Дом Господень. И тут я понял, так, на скользких путях поставил ты, Господи, как нечаянно они пришли в разорение. Вот у нас здесь жили когда-то люди. Их арестовывали, предавали, у них конфисковывали, ссылали им на рынок. Где те, кто это делал? Сейчас бы заново оживить и сказать, храм Христа Спасителя в Москве будет восстановлен. Никто не поверил. По личному указанию Сталина был уничтожен. Навсегда. Сделали там бассейн купальный. Я еще видел, как пар оттуда шел. Ничего этого нет. Да все храмы взорвали. Да это же клуб, где мы стоим. Клуб дыма из преисподней. Клуб. Клубами дым идет. И здесь храм Божий. Да никто не поверил. И я не поверил, если сказали. А мы уже сколько раз здесь молились. А это место освящено. Почему? А оно страданиями куплено. Нашими отцами, дедами, которые гнали за Слово Божие. И они там в вечности продолжают за нас молиться. Псалом 118.67. Прежде страдания моего я заблуждался. А ныне Слово Твое храню. Страдания не было, и человек куда-то уклоняется. А вот ударил Господь, и все кончилось. И сразу о Боге задумался. Страдание заключается в самом человеке. Как ты их принимаешь? С благодарностью одна будет радость.
Вы истерику не устраивайте. Если мать приезжает или отец, бабушка, он уже спит. Только сейчас плакал и уже уснул. Это все наигранный артистизм. А вы порадуйте своих, я Господа люблю. И руками хлопает, и дергает артисты. Страдания народа сегодняшнего не приносят благословения Господне, потому что они от разгульного образа жизни, от беспечности, от прихоти своей нравия. Страдания тогда, когда от Господа. Я этого не хотел, но так случилось. Я стою здесь, молния ударила, дом сожгла, все погибло. От Бога сие. Скажут, а как же Бог так допустил? Да Бог бьет иногда по куполу в храме, и все сгорает, как ему угодно. Да будет его святая воля. Иаков 5.10. Примерзло страдание и долготерпение. Возьмите, братья мои, пророков. Начни с Моисея. Как он мучился с непокоренным народом. Как тяжело людям было с Моисеем, потому что они привыкли жить по своей воле. Я это с малым лагерем могу это рассказать. Дети самохотливые, только по-своему. И это изо дня в день. А он 40 лет вел, никакого отпуска не имел, ничего. Из-за страданий Бог увенчал его славой. И пророки все бегали, даже пророк Илья испугался женщины, 40 дней бежал без оглядки. 40 дней и ночей. Перепиливали, убивали. Кого из пророков не гнали отцы ваши, Стефан сказал им. Вы хотите иметь утешение? Скажи, а я чем лучше? Стефана побили камнями, а я еще живу. Помню, как арестовали у баптистов, у отделенных. Звать его было Николай. Что с ним делали, неизвестно. Но его отдали, арестовали его, и мертвого через несколько дней отдали. У него насквозь были проколоты мускулы, видимо, электрическим током мучили. Я видел фотографию, он лежит в гробу, и к небу поднятая рука, подняли руку, сфотографировали, как бы требует, доколе ты, владыка, не мстишь за кровь нашу. Они-то думали навести страх, не будете покоряться власти, всех вас это ждет. А они сказали так, да брата нашего убили, а нас еще не убили. Хотим мы быть, где наш брат? Так это не православно. Мы не говорим о вечной участи, какая у них будет. Но главное, что страдание, истинное страдание, людей, которые еще не страдали, должно только мужественнее делать. 1 Петра 5.10. Бог по кратковременному страданию вашим да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Может быть, гонение начнется совсем-совсем скоро. Быть может, начнется война. Мы ко всему заранее должны приготовиться и сказать, Господи, что ты не пошлешь от тебя? Скоро, теснота, война не отлучит от любви Божией. И ложась спать, благодари. Сегодня у меня есть здоровье. Никогда не жалуйтесь на здоровье. Завтрашний день, уже на один день мы старше будем. На завтрашний день уже не полагайся, что лучше будем. А чего ждать дальше-то? Все ближе к смерти. 2 Коринфянам 1.5. Ибо по мере, как умножается в нас страдание Христово, умножается Христом и утешение наше. Учитесь рассуждать с собой самими и со Христом. Вот тогда мне было плохо. А кто меня утешил? Мой Господь. А вот здесь самые родные и близкие против. Мой Господь. Он укрепил. И силы-то во мне, да я устоял. Это не мое. Никогда себе этого не припишите. 2 Коринфянам 1.6. Скорбим ли мы? Скорбим для вашего утешения и спасения, которое совершается перенесением тех же страданий, какие мы терпим. Павел мог на это указать. Сможем ли мы указать кому-то, терпите, как я терпел? Или у нас везде все только по облегченному режиму? Ведь то, что вот здесь сейчас делаете вы техникой, косите, все это вручную делается. Не у каждого была сено косилка лошадями, а лошади, знаете, сколько корма надо? Как корова, да еще на 1/10 больше. А чтобы запрести на косилку, 3 надо было лошадей. Как трудно человеку тогда было. Слушай, а нам сегодня легче. Всегда найди какой-то луч, который осветит тебе и скажи. До нас люди жили, копали, экскаватора не было, и было намного труднее. Электричества не было. Масло сбить, пропустить, все вручную. Доильного аппарата не было. Благословен Господь. Нам легко, мы переможем, с нами Господь. Колоссянам 1.24. Ныне радуюсь в страданиях моих за вас.
и восполняй недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть церковь. Мне этот стих непонятен. Как Павел мог увидеть какую-то шкалу, что не хватает? Ну, допустим, нормальное давление 80, там, на 120, говорят. Ну, не хватает там на 60 у человека, говорит, низкое давление. А Павел вымерял страдания за тело не его страдания, а за всю общую церковь. В копилку страданий всей церкви вкладывается страдание каждого из нас. Не хватает страдания. Кровь христиан была семенем христианства. Не хочешь, да скажешь, да будет воля твоя, Господи. Нет страдания, нет обращения. Все остановилось. Мы на одном месте стоим. А страдания, это вот в другую деревню пойти кому-то свидетельствовать, что-то пожертвовать, помочь. Вы всегда дома, когда откладываете десятину, спрашиваете, а есть на что-то еще? Вот мы в Барнауле объявили сбор денег, к осени уже соберем, сколько можем, на перевод Евангелия на горно-алтайский язык, алтайцы. К нам приезжали, мы собрали один раз. Откладывайте, дело добровольное. Вы будете участниками распространения Евангелия Христова среди других народов. И узнайте, с кем это можно передать, пока каждый дом охранит. А Господь говорит, кто примет праведника во имя праведника, получит награду праведника. А посмотрите на детей. Все до одного, намертво спят. Что это означает? Никогда не дают спать, только в субботу. Мгновенно засыпают. А чего? Компьютерные игры. В вашей деревне играют компьютерные игры. Вы проиграли детей. Дети лживые будут, страдания будут только за ваш позор, что вы детей не отучили от этого. Сегодня везде пишут наркомания, пьянство, менее опасно, чем вот эти игры. Из них никто не вылазит. Они могут убить друг друга, они не понимают жестокость, разврат, всему научатся. Поэтому страдания ваши, родители, которые детей не отучают от компьютерных игр, будут еще впереди. Сегодня начните это все истреблять. Как идолу. Истребите до конца и сожгите. А уже трудно. Уже семя зла брошено. Подними их. Поставь их пред Господом. Это компьютерные уроды. Бог отнял память о жизни, о смерти, о вечности, о страдании. Ничего нет. И родители не знают, что делать. А мы говорим, если бы вы страдали с детьми, вместе, на молитве, не лаяться что-то, а встанем на молитву. Ни один ребенок сегодня не скажет, давайте ночью встанем на молитву. Ни один ребенок ко мне не подошел, не сказал, какое-то место Писания знает. И как его понимать? А это все от родителей идет. Поэтому, чтобы воспитать ребенка, это не родить. Родить любое животное. Но воспитать это свойственно только человеку. Это огромный труд. Огромный. И привести его к Богу. Если ты не приведешь его к Богу, то дети будут главными обвинителями на суде Божьем. Поэтому от детей страдания заключается в том, что когда ты учишь, они не учатся. Но еще больше страдания, когда они скажут, а вы меня не научили любить Господа. Вот почему апостол Павел говорит, думай, что нынешнее временное страдание ничего не стоит с той славой, которую Бог нам уготовил. Что я делаю и буду делать для славы Божьей? Я буду делать вопреки тому, что учат в школе, чем учит государство, если это не сводится с Евангелием. Попросим Господа в молитву, чтобы все наши страдания были направлены для славы Божией. Аминь.